Ребят, у нас сегодня будет... Мы сегодня исследуем Брукхевен. У нас сегодня, ребята, будет фильм. Все, погнали. Да, го. Короче... Так, ладно, ребята, я сейчас... садитесь в машину. Ну, давайте. Да. О! Мы же будем путешествовать по Брукхевену, а значит, типа, мы можем поставить, ну, взять себе трейлер. Смотрите, ребят, типа я такой. Садитесь в машину, поехали. Давайте, ты чё, ты... давайте возьмем каждый себе вот такой вот. Каждый себе такой. У каждого себе такой дом на колесах. Давайте. Я, наверное, поеду. Чтобы не потерялись. Стой! Можешь потише быть. Ребят, также не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Ребята, помогите, пожалуйста, мне к лету набрать 2000 подписчиков. Нет, к лету. Каникул уже. Ну что, куда мы будем ехать? Не знаю. Мы едем куда-то по лесу. Едем, извините. О, на дискотеку. Ночь. Ребят. Что? Я, кстати, ребят, знаю это место. Вот да, это. А, кстати, напишите в комментариях, вы знаете слово пацана? Я, например, да. Я смотрела кровь на асфальте. Кстати, ребят, еще я напишите. Я первую серию там. С... О. Мурат сказал, я чушь по мне. Давай, ребят, тебя в видео оригинальном не будет слышно. Мы же сейчас, ребят, снимаем, и, ребята, будет слышно меня. Лучше всех, ребят, будет слышно только меня. Больше, ребят, плохо будет слышно. Ну, вообще нет, если мы будем не тихо разговаривать, по сути, мы будем слышать. Давайте всех погромче будем разговаривать, чтобы... Ну да, давайте. Окей, вот так вот нормально. Да, нормально. Нормально. Ну, короче, будем тут жить. Только нормально. Поставьте тоже свои, ну, эти... Какие? Что? Автобусы вот эти. Ну, там, это, типа, же дом на колесах. А, автобусы, ну, давайте. Ну, вот эти вот, как у меня, типа. Я сейчас поставлю, окей, ребят, сейчас я поставлю. Давайте. И мы, если что, сможем просто путешествовать, и будет круто. О, Влад уже вижу поставил. Припаркуйтесь так аккуратно как-то. Окей, да, сейчас. Ключевое слово, Влад, аккуратно. Слово аккуратно. Направь камеру немножко на меня. Интересно, ребята, почему нету Кстати, ребята. Если что, ребят, летом, где-то в мае, ребят, я тоже буду снимать видео. Я буду, хочу с двумя каналами. Как вы с ней знаете, ребят? Если вы, ребята, знаете Дед Мауса, Компот, разных ютуберов по Майнкрафту. Они, ребята, раньше тоже, ребята, были детьми. А потом они становились взрослыми, ну, и снимали, у них был интересный контент. Я тоже сейчас так буду продлеваться, ребят. У меня уже целая 1170 подписчиков. И, ребята, будем сегодня, ребят, я снимаю. Где-то там 1000 было. Ну, конечно, 1170 у меня. Я хочу, ребят, чтобы вы мне помогли и к лету, не к весне. Весна, кстати, уже завтра. Да, кстати, поздравляем, да, заранее. Хочу, чтобы к лету, к 1 июня, мне набрали целых 2000. Кстати, ребят, сразу хотим все вас поздравить с наступающей весной. То есть, ну, о, уже давайте. Завтра весна. Ну, да, ребят. Сейчас. Все, ребята, также. А, да, вы уже в доме? Стоп, ребят, я что-то не могу этот трейлер найти. Сейчас я себе помогу. Нужен. Он не здесь. Сейчас мы его найдем. Боже. Так, ребятки. Да. Вот он. О, все, спасибо. Теперь не слышно, ты чё, тебя же не слышно будет. Тебя будет слышно только у себя. Так вот, так ты же не снимаешь, тебе канал просто взять, не нужен тебе канал. Ну да, чё не надо.
но тебе все равно и так не слышно, да? Вообще-то слышно. Нет. Это такой серый скин. Ой, ребят, смотрите, это прикол. Как ты сделала? Это не прогрузилось. Это лаг, это баг такой. Ну, у меня уже рюкзак прогрузился, все уже. Серый это... Ой. Ребят, вот, кажется, у Поли плов, как там, полуплов, лавы, ладно, мы дождем. Ты пока поставь видео на паузу и перезайди, окей? Я уже. Ребят. Имба, ребят. О, тебя А ты битбоксить умеешь, Лёш? Чё, ты чё мое имя палишь? Я тогда твое имя сейчас спалю. Ну, меня Влад зовут, да. Я Влад? Что? Ой, больно. В ноге. В голове. Ай, больно в ноге. Мы так уже с Яной. Ребята. Ребята, это мы сейчас делаем фильм. Нет. Помогите. Спасите, помогите. Кстати, ребят, давайте я вам покажу секрет. А напишите в комментариях, сколько вам лет. Интересно, кстати, почитать. Или как вас зовут? Угу, давай. Ладно, ребят, я пойду сейчас вам одну секреточку хочу показать, ребята. Дискондем бле. Оте тоже извините. Чё ты кринж всякий говоришь? Дискондем бле. Чтобы вы понимали, у меня сейчас мне показалось, что у меня голова куда-то улетела. Да-да-да. Ребят, сейчас идём в библиотеку, подождите. Да-да-да. Конечно, посмотрите в гугле, найдете, окей? А я хочу сейчас показать секрет. Ну, как секрет? Ребят, как пробраться под фонтан. А я сейчас покажу, ребята, вам, как сделать, просто взять и сделать страшный вот что этот маленький домик. Я в шоке. Тут чел какой-то. Пацаны, это развед! Пацанки, вон! Какой-то лололошка вообще на минималках. Кто такой лололошка? Ну ты чел с ним, лололошка. Чел. Лол, чел. Помогите, меня забрали. Ребят, берем тихо. Берем, ребята, красную книгу. И сейчас, ребята, я вам покажу, куда, ребята, идти. Идти, ребята. Так, ребят, заходим, вот берем вот этот вот страшный четвертый дом. Нажимаем и делаем. И, ребят, смотрите, прям как за кулисье. Так это не за кулисье, а просто дом. Ты чё? Тихо, я тебя сейчас... сам избью. Короче... Ты чё, нас не видно? Ладно, ребят, вот этот за кулисье такой страшный дом. Уйди, я сейчас... Кстати, ребят, это мы покажем. Ребят, это легко, как взять диван. Давайте берём, заходим в клуб и садимся на VIP-диван. Все, вы получили диван. Можно тут напишите в комментариях, вы Оля Кекс или вы умеете битбоксить. Кстати, очень прикольно то, что на этих диванах может сесть человек. Кстати, диван. Ребят, если вам в Брукхевене попадались, а кто знает, как попадают в Брукхевене, говорят Го Кекс. Чё? Го Кекс. Это что обозначает? Го Оля Кекс, значит, это я вообще не шарю. Ютубер, который битбоксит. Кекс. Бро, бро, это я, садись. Оля Кекс. Все, уезжаем от него. Валим. Конечно, он за нами едет. Конечно, права. Я хотел вам сказать, что его зовут Леха, который русский медитает, а я Даша. Мне Влад. Да ладно, я не знала, как меня зовут. Спасибо за информацию. Владик, мы тебя сейчас как там твой канал? Владик Цифровой Цирк, мы тебя сейчас вычислим просто. И ты что? Имя все палишь. Именно, да. Так ты тоже палишь в своем имени. Типа такой, всем привет, с вами я, Леха. Ребят, это было в самых первых видео, но вы уже знаете, как меня зовут. Мой канал... Его канал. Да. 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 Если да. Что, я из вас самый... Да-да. Если что, ребят, я из вас самый популярный. Да. Раз, два. Ну, я просто не снимаю. Ребят, что это за лаги? Может, ребята, на этом мы, ребят, уже с вами прощаемся.
Всем, ребята, удачи. Всем спасибо. Всем, короче, пока, потому что трэш. Потому что мой канал уже заблокировали и 1000 хейтеров. Все, ребят. А, всем тебя пока, не слышно. Потому что...